Привет, друзья! С вами снова установочный центр PsiAuto. Сегодня у нас магнитола DT5203 и машина Honda CR-V 2008 года выпуска. В данном автомобиле кнопки на руле есть, все это задействовано, все работает. Громкость, переключение треков и так далее. Данная магнитола работает на двух системах Windows и Android. Android работает от данного устройства, Android Box, либо Carpat. В тачке также размещены USB-шки, две штуки, и под iPhone, там iPod, зарядка, переходник. Значит, что на Windows вы можете послушать радио. Здесь можно запомнить очень много радиостанций, выполнить автопоиск, к примеру, каналов. Для того, чтобы радио играло на фоне, вам нужно нажать домик, чтобы закрыть крестик. Также кнопка мода у нас запрограммирована на приглушение подсветки. Когда вы едете ночью, вам очень сильно светит в лицо дисплей, нажали кнопочку мода, у вас появилась заставка времени. При этом все программы, открытые ранее, продолжают работать. Так, кнопка Navi у нас запрограммирована для перехода из Windows в Android и назад, соответственно. Включили радио в Windows, нажали кнопочку, перешли в Android. Также вы здесь можете запустить навигатор. Радио у вас останется на фоновом режиме работать. Да. Вот, собственно, автопоиск нашел миллион станций. Все это можно переключать. На фоне у нас продолжает играть радио, и вы будете, соответственно, слушать все подсказки навигатора, и когда проложите маршрут, либо можете все это выключить. Так, едем дальше. Можете смотреть видеоролики на YouTube. Сейчас. Магнитола сейчас подключена к нашей сети Wi-Fi. Здесь индикатор. У нас слабенький, поэтому будет долго грузить. Собственно, все дело работает. Установили аудиоплеер, Jet Audio. Здесь в этом плеере есть масса настроек. Настройки проигрывать, воспроизведение разное. Так. В общем, есть куча настроек для усилить. Со всем этим делом можно разобраться и очень глубоко вникнуть. Также здесь есть Smart Office. Это аналог Microsoft Office для работы с Word-овскими документами, PDF-ки. Через Play Market можете загрузить кучу приложений интересных вам. Так, что еще? Настройка. Посмотрим сейчас. Информация о планшете. Версия Android 4.4.2. Версия ядра 3.0.36. В Windows. Здесь есть программа для просмотра видео. Это для просмотра видео с диска. Музыка тоже, это все с диска. Кнопка регулировки подсветки, ярче. И приглушить тоже полезно ночью. Так. Установка. Вы можете выбрать цвет подсветки кнопок. Сейчас стоит беленький такой. Его можно изменить. На одно деление чуть правее. Каждое. Светится? Ну, белым. Паузу нажми. Также данную магнитолу вы можете, к данной магнитоле подключить можете свой телефон по Bluetooth. Это для того, чтобы у вас работала громкая связь. Заходите в меню Bluetooth, находите имя Агнес, вводите пароль и общайтесь по громкой связи.
для того, чтобы вам не трогать телефон, для того, чтобы вас менты не трогали за то, что вы по телефону разговариваете. Здесь установлен микрофон, собственно, посредством которого производится ваше голосовое общение, и установлен на магнитоле микрофончик, который дублируется. Это для лучшего звука, так скажем, чтобы вас лучше слышали. Потом, что здесь еще? Установлена GPS-антенна, она находится под этой панелью. Наверное, все. Задавайте нам вопросы, звоните. У нас есть большой ассортимент практически на все модели автомобилей. Спрашивайте, поможем с настройками, с установкой и прочее.